Уважаемый президент Алмазбек Шашаевич, я подполковник запаса Умаров Сражидин Катабаевич. Я письменно обращался к президентам Акаеву, Бакиеву, Отумбаеву. Однако моя семья в период моей службы за 28 лет и после как на пенсии 2005 года по настоящее время не были обеспечены, чтобы получать. Я единственный сын. Батя, как обычно, старается что-то делать для семьи. Желательно ему скорее заканчиваться вся эта работа и всякие такие фигни. Я вот как на пенсию пошел с 2005 года. Начал заниматься вот автомобильным бизнесом. Цель занятия, чтобы, кажется, с честным трудом зарабатывать, семью кормить. Я уже должен стараться заботиться о семье, а не отцу. Ну, я хочу, ну, мне уже нужно скорее заканчивать уже. Рахман. Российский гражданин болсон, жакшы жерде деле иштей берсең болот, ошол жерде деле, эгер Европага да болбосо. Ошон үчүн алып кое бер деп атабыз, биз сени атаң экөөбүз. Горячий женщин любишь? Люблю водку холодную. Потных женщин любишь? Люблю и холодную водку, и потных женщин, и чё. Я хотел на трали уехать. Кто? Я хотел. Смотри, не попади, блин, нахуй. Конкретно должна. Пригонишь, и борода вырастет, нахуй. Ну, до 1 октября еще можно успеть. Два месяца еще. Честно, устала без тебя. Мог остаться в Бишле. Там учиться, там заканчивать. Ну, знаю, никуда бы и не продвинулись, так бы я и все осталось. Мы вынуждены с этим автомобильным бизнесом заниматься, хотя бы для того, чтобы, кажется, у себя на родине, в Киргизии, не воровать кого-нибудь, не красть, жить хотя бы достойно.